Всем привет! Мы с вами продолжаем говорить про сердечно-сосудистую систему и сейчас смотрим на строение сердца. Сердце у нас расположено асимметрично в грудной полости, большая его часть находится слева от серединной линии, и форма сердца напоминает такой конус, не в виде сердечка, как его обычно рисуют. Функция сердца, зачем она нам нужна? Оно приводит кровь в движение, то есть у него такая насосная функция. Благодаря тому, что сердце сокращается, оно приводит кровь в движение. Стенка состоит из трех слоев, так же, как и у сосудов, собственно, вспоминаем, да? Внутренний будет называться эндокард, средний миокард и наружный эпикард. Эндокард образован соединительной тканью, он выстилает камеры сердца и покрывает все структуры, которые выходят в их просвет. Миокард образован поперечно-полосатой сердечной мышечной тканью. Помним, да, что у нас есть разные типы мышечной ткани. Гладкие – это те, которые в сосудах, мышечная ткань. А вот есть сердечная, которая именно в сердце находится. И именно вот у миокарда будет насосная функция. То есть благодаря тому, что эти мышцы сокращаются, они приводят в движение кровь. Эпикард состоит из соединительной ткани и эпителиальной ткани, которая находится на поверхности сердца. Само сердце человека, как мы видим, состоит из четырех камер. Четырехкамерное сердце, два предсердия, два желудочка. Мы уже с вами поняли, да, что чтобы смотреть на картинку правильно, нам нужно как бы мысленно повернуться к ней спиной. Таким образом, мы понимаем, что слева, точнее справа от нас, там где правая рука наша, будет лево на картинке. И где наша левая рука, на картинке будет правая. То есть все наоборот здесь будет, потому что спиной смотрим. Здесь мы уже рассмотрели с вами, что есть предсердие, есть желудочки. Вот оно, левое предсердие, предсердие сверху желудочков и желудочек, да? И здесь то же самое. Справа правое предсердие, правый желудочек. Справа венозная кровь, слева артериальная кровь. Напоминаем. Также мы здесь видим аорту, которая выходит из левого желудочка, там, где начинается большой круг кровообращения. И видим легочный ствол, который выходит из правого желудочка, где начинается малый круг кровообращения. Здесь есть легочные вены, по которым кровь будет поступать к сердцу после маленького круга кровообращения. Вот тоже легочные вены. Также есть верхняя и нижняя полые вены, их тоже запоминаем. И это те вены, которые тоже приносят кровь в сердце, они приносят в правое предсердие после большого круга кровообращения. Еще мы здесь видим, это тоже аорта, тоже видим еще клапаны, но их сейчас посмотрим чуть попозже. Пока что скажем, что сердце само по себе, оно расположено в такой околосердечной сумке. И это называется перикард. То есть здесь у нас нарисовано, вот он перикард. Перикард имеет форму такого конуса, он замкнут и состоит из двух листков. И между этими листками находится жидкость. В перикарде самом есть нервы, есть сосуды. И снаружи он покрыт соединительной тканью. Вот, это пространство, где находится жидкость, называется перикардиальная полость. Вот. И зачем нужна жидкость? Как обычно, жидкость нужна для того, чтобы снижать трение при сокращениях. По своему происхождению перикард представляет часть вторичной полости тела. И еще есть такая штука, что сердечная мышца на самом деле может сокращаться самостоятельно, то есть под влиянием импульсов, которые находятся в самом сердце. И это называется сердечная автоматия, то, что сердце может само сокращаться. Кровоснабжение сердца осуществляют специальные артерии, называются коронарные артерии. И теперь переходим к клапанам сердца. Так вот они выглядят, такие картинки вы можете спокойно встретить. Клапаны, как мы уже знаем, которые были в венах, да, они зачем нужны? Они нужны для того, чтобы кровь проходила исключительно в одном направлении. И если мы посмотрим на картинку, мы увидим, что между предсердиями и желудочками есть вот эти клапаны. Справа у нас есть трехстворчатый клапан, слева у нас есть двустворчатый клапан. А еще у нас есть полулунные клапаны. Полулунные клапаны находятся при выходе в артерию. Есть аортальный клапан вот здесь вот, есть легочный клапан, он вот здесь вот. То есть, по сути, наши клапаны делятся на створчатые и полулунные.
И вот в таком направлении, как здесь написано, должна проходить всегда кровь. Вены, предсердия, желудочки, артерии. Итак, створчатые клапаны находятся между предсердиями и желудочками. Мы это посмотрели. Они состоят, соответственно, из двух или трех створок. И в зависимости от этого мы будем говорить, это двухстворчатый клапан или трехстворчатый клапан. И эти вот створки образованы складками эндокарда. Со стороны желудочков к клапанам прикрепляются сухожилия, которые соединяют их с сосочковыми мышцами. Это мышцы, которые удерживают клапаны и при сокращении желудочков препятствуют обратному току, чтобы у нас кровь всегда в одном направлении была. То есть они прикрепляются своими хордами, и чтобы всегда кровь в одном направлении проходила. В левой части сердца клапан двустворчатый, митральный по-другому называется, в правой трехстворчатый, трикуспидальный, но в целом вот это название можно не запоминать. Можете спокойно написать двустворчатый, трехстворчатый на ЕГЭ самом. Как запомнить? Смотрите. Справа три. Три, здесь буква R есть. В слове справа тоже есть буква R. Если слева, то два. Там нигде буквы R не будет. Слева. Так. Два. Вот так вот. То есть мы запоминаем по букве R. Три справа. RR. Там и там. Вот они наши клапаны. Трехстворчатый в правой половине сердца. И двустворчатый в левой половине сердца. И есть еще полулунные клапаны, которые располагаются между желудочками и артерией. Соответственно, есть аортальные клапаны и легочные клапаны. Когда желудочки выталкивают кровь в артерии, то есть в аорту и в легочный ствол, они прижимают клапаны к стенкам артерии, и, соответственно, кровь легко проходит. Но когда кровь пытается двигаться в другом направлении, то эти клапаны они просто не пускают ее обратно. Давайте посмотрим и на них тоже. Вот он здесь, аортальный клапан, где аорта начинается. И вот он здесь, полулунный клапан, легочный полулунный клапан, при выходе в легочный ствол. Вот и все, это важно запомнить. Давайте теперь поговорим про работу сердца. Работа сердца проявляется в форме сокращений. Сердечный цикл состоит из трех фаз. Сердечный цикл – это период времени от начала одного сокращения до начала следующего. То есть сердце сокращается, расслабляется. Сам сердечный цикл складывается из сокращений, и сокращения называются систолой, и расслабление. Расслабление – это диастола. При этом расслабления могут быть, точнее, наоборот, систола, то есть сокращение может быть предсердия, может быть желудочков. И отсюда три наших фазы. Первое – сокращение предсердий или систола предсердий. Когда сокращаются предсердия, давайте посмотрим на картинку, то есть вот эта вот часть, вот они, предсердия, сжимается, и кровь, конечно же, если вы сожмете что-то, если вы возьмете какой-нибудь пузырь, шарик, сожмете его, у вас вода из него польется вниз. И, соответственно, здесь, когда мы сжимаем предсердие, кровь выбрасывается вот сюда, в желудочке. То есть изгнание крови в желудочке. При этом створчатые клапаны, то есть те, которые находятся между предсердиями и желудочками, будут открыты, чтобы кровь свободно прошла. А полулунные клапаны будут закрыты, потому что, чтобы кровь никуда в другое место не ушла. То есть вот эти будут закрыты в этот момент здесь. Они закрыты. Дальше идет систола желудочков. Сокращаются желудочки на второй картинке. Желудочки вот эти вот сокращаются. И если вы их сокращаете, ну, когда сокращаем что-то, да, то идет дальше. Куда оно дальше пойдет? А дальше оно пойдет, конечно же, в артерии. Оно идет в аорту и в легочный ствол. Поэтому полулунные клапаны, как вы думаете, будут открываться или закрываться? Конечно же, открываться, чтобы кровь свободно прошла в артерии. А вот створчатые клапаны, которые находятся между предсердиями и желудочками, здесь будут тогда закрыты, чтобы кровь обратно не пошла. Систола предсердий длится 0,1 секунду, систола желудочков длится 0,3 секунды. А дальше идет общее расслабление, все расслабляются, это называется диастолой, и в этот момент сердце будет заполняться кровью. То есть со всех вен будет поступать сюда кровь, и само сердце будет наполняться кровью. Положение створчатых клапанов открыты, створчатые клапаны вот эти вот, да, они будут открываться, а вот полулунные клапаны в этот момент будут закрыты, чтобы обратно никуда не вылилось. И все, это длится 0,4 секунды. И все, то есть у нас чередуются вот эти три фазы.
Систола предсердий, систола желудочков, общая диастола. Идем с вами дальше. Когда работает сердце, мы можем прослушать определенные звуки. Эти звуки называются сердечными тонами. И возникают 4 тона. 1, 2, 3, 4. Когда мы слушаем сердце, мы можем услышать только 1 и 2 тон, потому что 3 и 4 они слишком низкие, очень редко выслушиваются. Вот. Ну, у здоровых людей просто 2 выслушиваются. Систолический 1 во время систолы, когда сжимается, и диастолический во время диастолы, когда все расслабляется. Вот. Это такая дополнительная информация, которая не была на ЕГЭ, но просто дополнительно на всякий случай. И проводящая система сердца. Как я уже сказала, сердце может сокращаться самостоятельно под влиянием импульсов, которые появляются в нем самом. И это все будет происходить в проводящей системе сердца. А само явление называется автоматия, сердечная автоматия. Главный узел автоматии будет расположен в правом предсердии, потому что именно там появляются импульсы, которые определяют в целом ритм сердечных сокращений. Сама проводящая система состоит из 4 элементов. Первый — это синусовый узел, который находится в стенке правого как раз предсердия, и именно он является водителем ритма, то есть он самый главный, он определяет частоту сердечных сокращений. Дальше есть предсердно-желудочковый узел. Он находится между предсердиями и желудочками, получает сигнал от предыдущего, от синусового узла, и как бы притормаживает его, прежде чем передать на желудочки. Также есть пучок ГИСа. Он проводит возбуждение от предсердно-желудочкового узла и волокна Purkinje. Смотрите, так, у нас здесь сбилась нумерация, здесь 2 должно быть, здесь 3, здесь 4, 4 элемента есть. Опять-таки, это не спрашивали на ЕГЭ, все, что нужно знать, что вообще есть такое явление, как автоматия, но на всякий случай. И регуляция работы сердца, несмотря на то, что сердце действительно, у сердца есть автоматия, сердце подвластно влиянию нейрогуморальной регуляции. Мы уже с вами начали немножко говорить в прошлый раз об этом. Нейро — это про то, что нервная система регулирует как-то, и гуморальная — про то, что какие-то вещества, ионы, гормоны. Симпатический отдел вегетативной нервной системы. Пройдем нервную систему, поймете до конца, что это такое. Симпатический отвечает за реакцию «бей-беги». Он будет учащать частоту сердечных сокращений. ЧСС — это частота сердечных сокращений. А парасимпатический — это система расслабления, будет уменьшать. Логично. Если говорить про гуморальную регуляцию, то есть определенные хеморецепторы в аорте, которые воспринимают информацию в сонных артериях и других артериях, и они будут реагировать на концентрацию веществ. Помимо этого, есть определенные вещества, которые влияют на, как раз таки они либо замедляют, либо наоборот увеличивают работу сердца. Вот, например, адреналин, думаю, всем знаком. Кто-нибудь прыгал с парашюта, возможно, знают, как сильно начинает увеличиваться частота сердечных сокращений. Или там при соревнованиях, или при экзамене тоже адреналин, все будет выделяться. Тироксин, повышение ионов кальция и натрия, все это будет повышать частоту сердечных сокращений. Ацетилхолин, калий, магний, кто магний пьет, все это будет снижать работу сердца, то есть его сократимость, и замедлять сокращение. Вот, также есть определенные барорецепторы, которые реагируют на давление и будут передавать сигнал в продолговатый мозг. Мы уже говорили с вами, что именно там находится центр, сосудодвигательный центр. И он уже будет посылать информацию дальше. Когда идет снижение артериального давления, продолговатый мозг будет делать так, чтобы пульс увеличивался, сосуды сужались, и в итоге, чтобы давление нормализовалось и оно повысилось. А если повышается давление, то наоборот, будет снижать пульс, расширять сосуды, и сделать так будет стремиться, чтобы в итоге артериальное давление понизилось. Вот и все, ребят, мы с вами поговорили про строение, регуляцию работы сердца и сердечный цикл. А дальше с вами рассмотрим кровь, помним, что это у нас ткань, форменные элементы рассмотрим и поговорим про свертывание. Поэтому жду на следующем уроке.